галочка. Чтобы выиграть форму и карты с его подписью, вам нужно найти в этом видео зашифрованные буквы, в конце составить слово, написать в комментариях правильное слово, и я выберу победителя. Успехов! Так, ребят, я приехал в Фейерман и столкнулся с такой проблемой. Мы вот сидели здесь, вот в холле, прежде чем как команда приехала, и мне не разрешали здесь сидеть. Сказали, что мы с вами не будем торговаться, уходите, вам нельзя здесь оставаться, если вы не резидент этой гостиницы. То есть на принцип пошел. А тому охраннику мы сегодня днем звонили, предупреждали, эти охранники меня знают, но они пошли на принцип. Ну, мне пришлось пойти на принцип и купить номер. И он стоит 433 монат из-за того, что я иностранец. Местным это стоит 270 монат. Ну, в общем, я не буду рекламировать. 433 монат не обошлось, чтобы Икарди подписался футболку, чтобы я потом разыграл ее для вас. Вот так вот. Так, мы направляемся в Skybox. Сейчас вы увидите, как это выглядит. Привет. Салам. Спасибо огромное компании Мисли за эту возможность понаблюдать вот именно отсюда. Прекраснейший стол. Повторы можно смотреть. Так, заряжаемся энергией перед тем, как мы пойдем сейчас на поле. Еще раз благодарю компании Мисли за эту возможность сидеть здесь в Skyboxе и смотреть отсюда футбол. Это просто невероятно. Yeah, мы перемещаемся на поле, ребят. I see one of my friends. Hey, how are you? How are you doing, hi guys. How are you doing? Are you good? Yeah, fine. Finally, I see you. Все футболисты выходят на поле. Чуть-чуть осталось. Я ходи, пас пустил. Браво, Ами! Эй, Дональд! Дональд, come on, my bro, I need your goal! Azerbaijan have war with Armenia, and in the 44th day, they win.
So they make respect for the shahid. Oh, I got you. Yeah, you see? Nice, huh? Nice thing, yeah. Я ваш подписчик. Чибирь, Чибирь. Чибирь, Чибирь. Ким Раджа, Ким, Ким. Гол Карди. Спускаемся к Имерет Карабахским, моим уже друзьям. Где-то примерно 57 тысяч билетов продано. Я не знаю, насколько у меня получается передать атмосферу этого стадиона, но это просто невероятно. Все. Подписывайтесь на канал. Очень приятно, что на стадионе узнают. Спасибо вам, ребят. Вы мне даете очень большую мотивацию. Не забудьте подписаться на канал, чтобы я всегда вас радовал вот такими картинами. Сейчас надеюсь, что Мауро Икарди выйдет на поле, и мы услышим взрыв стадиона, потому что его здесь очень любят. А вот кадры с вчерашнего аэропорта, посмотрите, просто его чуть не смяли. На поле выходит Хуан Мата, еще один легендарный игрок. Невероятный момент, угол сарая, Амин спасает ворота Карабаха. Вперед! Невероятно, просто чуть-чуть не дотянулся. Просто нереальный проход Зубира, от себя под себя убрал, буфет отправил. Просто красавчик. Вот она реакция на Мауро Икарди. Он уже подошел к громке, сейчас будет выходить. Просто слушаем сейчас. Слушайте, ребята, Мауро Икарди на поле! Если сейчас он еще забьет гол, это будет вообще фантастика. Пенальти зарабатывает Мауро Икарди, и посмотрим сейчас, кто будет исполнять. Очень обидно. Амин! Айде! Давай, давай, брат, потащишь! Мауро Икарди реализовал точно пенальти 2-1. Момент сейчас был у Кейта с левого фланга. Вратарь вышел и перехватил этот мяч. Угловой, рев! Короче, эта машина остановилась, и ребята вышли, чтобы сфоткаться с Нукзаром. Просто по дороге машина проезжала, увидели его, остановились. И вот. Раз мы купили номер, ну давайте посмотрим, что там вообще за 430 манат. Ты такой купаешься, и раз тебе нажимают тут кнопку, опаньки, и тебя видят голышом. Функция есть прикольная, смотрите, оп, нажимаю. Ох ты, нифига себе за 430 манат.
Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Ну, в концовку я решил записать именно здесь. Ну, раз такое дело. Чем больше вы проявляете свою активность, тем больше канал будет расти. И в будущем у меня будет возможность брать именно вас со мной на эти стадионы. И вы увидите эту настоящую атмосферу. Поэтому, ребят, помогаем этому каналу. Лайки, подписки, делитесь с друзьями. Мы должны вырастить, чтобы компании помогали мне забрать вас вместе со мной. А мы погнали дальше. Оставайтесь с нами.